Отправляемся к Брестской крепости. Сейчас послушаем речь, которая там звучит. Пробирает до мурашек. Сейчас запишем вам, покажем обязательно. Смотрите, с той стороны золотая осень, листочки. Сухо. Сегодня обещают 17 градусов. Не то, что у нас холодина. Такая у нас большая экскурсионная группа. Стоящая из 7 человек. Елена, красотка. Как всегда, Татьяна. Вот так вот повернула, отметила меня. Thank you.
Керчь, Новороссийск, Севастополь, Одесса, Минск, Киев, Волгоград, Ленинград. Выбирается вставлены венки. Значит, была какая-то делегация России и Беларуси. Интересная аллея из можжевельников и, как они называются, из плакучей ивы. Здорово смотрится, необыкновенно. Слева Буг, рыбаки, здесь Брестская крепость. Вчера Елена говорила, что боится выходить к реке, что ее могут застрелить какие-нибудь снайперы. Прям как в Грузии, да? Арагви и Кура, Мсхети. Также соединяются, и видно четкая грань. А дальше уже смешивается и уже одинаковая. В общем, также направляемся вдоль крепости. И сейчас уже вдалеке виднеется мост на Варшаву. Получается, вот там уже значок. Это, по-моему, государственная граница. Польский инженер изобрел плитку. Вот она шестигранная. Вот это черненькие, это базальтовые осколки, базальтовые камни. И они заливались бетонным раствором, очень крепким. Их толщина где-то 20, может, больше сантиметров. Да. Да, как столбики. Она очень прочная. И этой плиткой у нас была замощена улица Ленина. Ну и потом улицу разобрали из тех соображений, что она отшлифовалась так, что эти базальтовые кусочки стали очень скользкие. И для транспорта оно как-то так. Ну вот, здесь выложено. Да. И этот инженер, который изобрел, он запатентовал, и получалось, с каждой плиточки он имел там копейку или полкопейки. Решили ему не платить, а по-другому сделать плитку. Получилось, базальт вроде бы есть, раствор другой, и не шестигранная, а другая. Углы начали обламываться, короче, та плитка не пошла. А это... И еще есть кусочек дороги, специально оставленный в Ивановском районе Брестской области. Там тоже кусочек дороги вымощен этой плиткой. А вообще она, по-моему, по всей Брестской области была развезена. Да, очень прочная. Такой памятник. Также ставите на паузу и читайте, кому интересно, конечно же. Погода класс. Только приехали, был такой ветерок. А где-то к часам 3-4 разогреет до 17 градусов, представляете? Красота. Ага. И тут можно походить, да. О, а ты что тут делаешь? Куда она? Вон вообще же туда уходит. Ага. На какую? А туда нельзя.
Я думаю так, что нельзя, не знаю. Там такое не написано, конечно, что. Посмотрим, что такое сначала. Так не написано, но не знаю. Кирпичики могут осыпаться. А? И вот такой прекрасный вид. Татьяна тут что-то снимает. Нет. Идем в церковь. Видишь, школьники, я смеюсь, там автобус не приехал, ну, к нам же приезжали по обмену-то. Угу. Побывали в Никольском соборе, обошли уже большую часть крепости и двигаемся дальше. Так она хотела одна, Ленка, да? Не, одна из женщин могу. Погоди, дай хоть поработать. Попозируем, да? Музей войны. Территория мира. Да? Сейчас посмотрим тогда. Если пойдут, тогда заснимем их. Я обойду, пока они по кругу все пройдут, если. А вот территория укрепления. Мы, Сережа, где мы только. Панорама Брестской крепости. Да. А вот она какая. Цитадель. И тогда получалось, да. Прокладываем границу по реке Бух. Да? Но наши посмотрели, крепость, часть крепости уходит к полякам. За ночь, вот тут были где-то перешеечки такие земли, за ночь прокопали и проложили границу вот так вот. Немцы это видели, ну им было пофиг. Ну так, не так, а вот так. И вот благодаря тому, что сообразили и прокопали эти перешеечки, прошла граница вот так вот. Под... Ну вот мы и возвращаемся к памятнику Жажда. Наша команда, наша экскурсионная группа «Можжевельник» разрастается, когда... А здесь, наверное, розарий.